Так, всем привет. Сегодня я хочу похвастаться своей посылочкой. В общем, пришла мне сегодня посылочка. Значит, как посылочка? Посылочка была большая, 5 с лишним килограмм. Вот. Что мне пришло? А что мне пришло? Пришло мне, вот сейчас я покажу. На интернет-сайте вот нашел вот, не знаю, отсвечивается. Вот такая эмблемка, да? Братья Касаткины, которые изготавливают ножи. Кстати, ножик вот, который я вам хочу показать. Этот ножичек. Это нож, извиняюсь. Нож охотничий медведь. Вот. Сталь X12MF. Может быть, я неправильно трактую. Ну, написано сталь X12MF, как я понимаю. Вот. Такой вот оригинальной коробочки. Шкатулка такая оригинальная. Ну, потом эта шкатулочка у меня куда-нибудь пойдет тоже. Сейчас открою вам, покажу. Вот. Я уже открыл это все, смотрел. Вот такие оригинальные ножны. В общем, фирма это кузница братьев Касаткиных. Поставляет на интернет-сайте, в этом магазине там очень много выбора. Но я почему-то, мой глаз пал на выбор, на нож медведь. Вот такой, ребята, ножичек. Красавец. Вот. Замечательный. Ну как замечательный? Чисто мне на сайте понравился. Вот такой вот ножичек. Это я уже его достал, поглядел, как бы, да. Вот, мне он понравился. В руке так это хорошо сидит. Для чего его взял? Ну, для чего взял? В основном, конечно, если честно говоря, то я его взял чисто для разделки мяса, для домашнего обихода. Для леса у меня есть другие ножи. Этот нож у меня будет чисто домашний ножик. Буду пользоваться им мясо разделывать, мясные какие-то блюда делать. Вот чисто брал его для этого, если честно говоря. Ну, когда-нибудь и возьму, конечно, его и в лес. Что ж тут говорить. Возьму. Красавец, конечно, ножичек. Мне очень. На картинке мне он очень понравился. Да и так он приехал. По ссылочке я уже его оглядел, перещупал, посмотрел. Мне он очень понравился. Вот такая вот ручечка удобная. Такой удобный ножичек. Как раз под мою руку. Вот. Спасибо этому сайту. Братья Касаткина, спасибо. Братьям. Качественные ножи делают. Ну, по характеристикам вы можете посмотреть там, что за металл и все такое. Чисто нож называется охотничий медведь. Сталь X12MF. Вот тут вот логотип такой, вот не знаю, видно вам, не видно. Вот, отсвечивает братьев Касаткиных. Вот. Все культурно сделано. Здесь как бы инструкция для ухода этого ножа. Ну и как он называется, не знаю, сертификат и сертификат. То, что как бы вам объяснить-то. То, что похожий как бы на холодное оружие, но на самом деле разделочный нож. Да? И этот нож не подходит по своим характеристикам к холодному оружию. В общем, вот так я сегодня решил похвастаться. Да, кроме этого еще, ребята, нож ножиком, это все понятно. Это я чисто, конечно, брал для себя. Кроме этого ножа, сейчас покажу еще сей момент. Вот такую
досочку у них же приобрел. Вот. Вот такой у них тут логотип. Давно хотел приобрести вот такую доску. Никак не собирался, или не мог, или найти не мог качество такой доски. Ну вот, заодно купил и нож, и вот такую разделочную досочку. Вот. Досочка мне тоже нравится. Взял, короче, комплектом. Буду на этой доске делать, рубить мясо, вернее резать. Ножом медведь. Кстати, досочка тоже качественно сделана. Нормальная доска. У них, кстати, на сайте тоже эти досочки есть все. Так что советую. По крайней мере, я не разочаровался. Вот так вот. Логотип, доска. Ну и главное, нож, которым буду я делать мясо, разделывать. Ну и где-то когда-то, может, возьму с собой его в лес. А так, конечно, я его чисто приобрел для домашних нужд, для разделки мяса, чтобы в хозяйстве на кухне был хороший ножик. И этот ножик у меня появился. Вот. Дальнейшие свои видео буду уже показывать, как я готовлю мясо, там, не знаю, разделка и все такое на новой разделочной доске. И вот с таким вот ножичком медведь. В общем, я не пожалел. А жизнь покажет, как он себя поведет. Ну, как-то так. Ну, ладно. Всем привет и всем пока.